они стали звездами на телешоу. О, а вот эту девушку мы послушаем. Привет, Саш. Привет, Миш. А помнишь нашу шайку из пацанов? Фабрика звезд, прохлады дамов, школьниц белых платьицев с прощаниями у порога. Но серые скамейки завалили снега, а птицы улетели зимовать на юга и будут возвращаться уже другой дорогой. Как тебе песня про фабрику звезд? Прекрасная. Про ты нашу грусть. Что сочинил? Да. Ну, вот такой Кузьмин, может, знаете, у них вообще челюсти отвисли. А как живут спустя 20 лет выпускники фабрики? Пока колец мне никто не дарил. Надо было больше денег просить. Ягодка моя ненаглядная, 30 лет прошло, а все рядом мы. Светят для меня звезды ясные. Глаза твои родные прекрасные. Шоу-бизнес. Как любимчик девчонок Алексей Кабанов искал жену в интернете. Понравилось сразу, да. Ну, конечно, на фотках была покруче. А он мне овцу подарил черненькую. Но меня это не смутило. Предложил корням фит. Мы согласны, Мишань. Что ж скажет? Согласится ли Игорь Матвиенко? Вот в чем вопрос. Нет, ты-то, Лех, согласен. Ты, я, Лех, с тобой всегда согласен. Пишите, какую хотите. Медляк, хаус-танцевалку? Конечно, танцевалочку. Или шансон лютый? А, в этом плане. Еще шансон же у нас есть. Или песню в стиле Макарена. Пишите. Какие алименты отсудила Виктория Дайнеко у бывшего мужа? Полгода мог не видеться. Но при этом он всегда говорит, что он ее любит. Какой диагноз поставили врачи девочке фабричной Саше Савельевой? Я пошла к психологу, но психолога оказалось недостаточно. Почему Владимир Кузьмин отказался делать из дочки звезду? Я не продюсер и не олигарх. А обидно было? Да. И кто разбил сердце Михаилу Гребенщикову? Почему-то попадаются шальные императрицы. Секрет на миллион. Вот она, жизнь. Нравится она? Нравится. В субботу в 13:00 на НТВ.